Государство готово спасти национальную авиакомпанию Air Baltic. В ближайшее время правительство примет решение о том, как именно государство будет спасать компанию, которой грозит неплатежеспособность. Первый вариант – возвращение всей компании в собственность государства. Второй вариант – увеличение основного капитала на 63 миллиона латов. Уже сейчас известно, что правительство не желает видеть Бертольда Флика на посту руководителя Air Baltic. Государство готово принять участие в спасении Air Baltic, если будет соблюдено несколько условий. Одно из них – смена менеджмента компании и отставка Флика с поста президента Air Baltic. Если состав акционеров компании останется прежним, то государство требует изменить договор акционеров, чтобы увеличить влияние государства на деятельность компании. Кроме того, правительство требует, чтобы авиакомпания сохранила Ригу в качестве своего базового аэропорта. Но я думаю, что то решение, которое приняло правительство Латвии насчет решения проблем компании Air Baltic, который создал министр экономики Кампарс в том числе, я думаю, это хорошо, что что-то принято, но это нереальное решение. Потому что я очень сомневаюсь, что частный инвестор, которому принадлежит там почти 50% акций Air Baltic, и который имеет для себя, для частного инвестора, выгодный акционерный договор с государством, которое было заключено при еще правительстве господина Домбровскиса 2 года назад, что он откажется от тех условий, которые есть, и это пользу, конечно, частного инвестора. И потому я думаю, если есть желание решить проблемы недостатка оборотных средств и вопрос привлечения инвестиций для замены и пополнения парка самолетов, это или государство выкупает частников, и это становится государственной компанией, или же частники выкупают государство. Ну, значит, государство увеличивает пропорционально с частником капитал компании Air Baltic, но я не верю, что кто-то согласится изменить акционерный договор. Ну, так что я думаю, все-таки правительство должно возвратиться к этой проблеме, если она желает, чтобы Air Baltic не пошла ко дну, что было бы недозволительно, и это бы оставило серьезные последствия на экономику Латвийской Республики и на престиж Латвии как совладельца этой компании. Национальная авиакомпания Air Baltic была учреждена в 1995 году. Крупнейший акционер государства, ему принадлежит более 50%. Второй крупнейший акционер – Балтийские авиационные системы. Для развития компании необходимо приобрести новые, более экономичные самолеты и заключить контракты на поставку топлива. Министр сообщений официально заявил, что предприятие несет самые крупные убытки за всю историю его существования.